Казанском федеральном университете прошел день открытых дверей для абитуриентов из Китая на их родном языке. Онлайн-формат мероприятия привлекателен тем, что подключиться к трансляции ребята смогут из любой точки мира. Трансляции проходят на площадке Microsoft Teams, а также на YouTube-канале Универ ТВ. Мы входим в сотню и в 75 лучших университетов мира по предметным рейтингам в сфере образования и в сфере нефтегазовых технологий. Количество студентов университета большое, сам кампус еще и очень многонациональный. У нас обучается порядка 9500 иностранных студентов из более чем 105 стран мира. Во время прямого эфира абитуриенты активно задавали вопросы. Многих интересовал вопрос о вступительных испытаниях. Если вы не успели принять участие в первой волне вступительных испытаний, не расстраивайтесь, у вас есть возможность принять участие во второй волне вступительных испытаний, которая состоится с 13 по 25 июля. Пока неизвестно, начнут ли вузы новый учебный год в традиционном формате или продолжат обучение дистанционно. Казанский федеральный университет готов к работе в любом формате. Лилия Талипова, Универньюз.